some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep from my veins. Let me be empty. Oh, and weightless, and maybe find some peace tonight. In the so tired of the straight line, and everywhere you turn, there's vultures and thieves at your back. The storm keeps on twisting. You keep on building the lies that you make up for all that you lack. Don't make no difference. Escape you one last time. It's some comfort here. Here in the arms of the angel, may you'd find some comfort Дина Гарипова. Спасибо. Илья Юдичев. Как говорил мой дед, не ждите от жизни чуда, чудите сами. Чудо сегодня произошло. Пока собирается с мыслями Александр Градский, я хочу услышать слова наставников. Дима Билан. Дина, вы такая молодая, вы такая глубокая. И такая близкая, за вами хочется наблюдать, вас хочется слушать бесконечно. Я хочу еще Илье сказать. Илья, видно, что у вас была большая работа, видно, что вы вытаскивали какие-то вещи, которые вам, может быть, были не совсем присущи. Песня тоже убийственная. Но тут вот в целом, что складывается мое ощущение, конечно, это Дина. Спасибо. Леонид Агутин. Мне тоже понравилось Дина выступление больше. Я до этого слышал ваш голос, он мне, в принципе, сразу понравился. Вот. Это выступление у Дины, это выступление было лучше. Пелагея. У Дины каждый звук был даже не то, что осмысленным, а он был воодушевленным. Ты понимаешь, о чем ты поешь, а если что-то не понимаешь, то ты так это чувствуешь, что невозможно не влюбиться в тебя. И я очень хочу, чтобы
ты удивляла нас еще и еще раз. Несмотря на то, что Илья, конечно, ты тоже прекрасный совершенно. Ну что ж, дамы и господа, имя претендента, название «Лучший голос страны» нам объявит похудевший, осунувшийся, готовый кидать в воздух не то что монету, а целое кресло, Александр Борисович Градский. То, что сделал сам собой за эти несколько недель Илья, как он внимателен был, с математической точностью воспроизвел самые лучшие отрезки вот этого трудного очень произведения. А про Дину я просто ничего не могу говорить. И когда Дина поет эту вещь, я себя чувствую какой-то коброй в корзинке, да, которую на вокальном инструменте, на дудочке вокальной, заклинатель мне поет. И я не могу даже характеризовать те ощущения, которые у меня есть. Еще раз хочу сказать, Илюш, я тут всегда с тобой и буду всегда. А Диночка сегодня останется. Ну что ж, прошу. Что же, так всегда бывает. Кто-то уходит, а кто-то остается. Спасибо Первому каналу за то, что я смог принять участие в этом замечательном проекте «Голос». Илья Юдичев!